29 декабря прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день, по данным ФМБА России, в Десногорске нарастающим итогом зафиксировано 1605 случаев коронавируса. Прирост за неделю составил 44 человека. В ковидном госпитале медсанчасти расположено 77 человек. Места для госпитализации есть. Резерв, мы надеемся, сохранится на праздничные дни, чтобы не предпринимать каких-то усилий дополнительных по развертыванию коек. Отмечен большой поток пациентов, которые закрывают больничные листы. При этом таких людей больше, чем вновь заболевших коронавирусом. В оставшиеся рабочие дни медсанчасть прогнозирует повышенный поток граждан, в том числе и накануне Нового года. На выходные и праздничные дни система вся отработана. Дежурные смены назначены, средства защиты и медикаменты в наличии имеются. 29 декабря образовательные организации ушли на каникулы. Школы закончили учебный процесс с 11% заболевших. К этому относятся и 6 классов, которые остались на дистанционном обучении. Дальнейшую динамику заболеваемости среди учащихся оценят уже после новогодних праздников. По линии культуры на новогодние праздники никаких мероприятий с массовым пребыванием людей не планируется. Все мероприятия будут проводиться в дистанционном режиме. Но также готовы ко всем нештатным ситуациям. В преддверии предстоящих длительных выходных глава города Андрей Шубин поручил дежурным службам круглосуточно контролировать ситуацию в Десногорске, в том числе обеспечивать правопорядок. Следующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоится уже в 2021 году.